Всем привет, ребята, Кента ПК на проводе. И, ребята, прямо сейчас каждый из вас может получить совершенно бесплатно 1000 бейскоинов. Что вам необходимо сделать? Прямо сейчас поставьте лайк, напишите хороший комментарий, подпишитесь на мой канал и оставьте ссылку на ваш ВК. Ребята, все предельно просто и 1000 голды у вас в кармане. Ну что же, удачного просмотра, ну а мы начинаем. И прямо сейчас вы, ребята, увидите будущее обновление, которое, возможно, добавят в Blog Strike. Самое главное, если вам нравятся подобные идеи, ну или хотя бы одна из них нравится, то ставьте огромный лайк. Ну что же, поехали. И первая идея, ребят, вот как вы думаете, что? Это новый режим, даю подсказочку, новый режим, который очень давно обещали добавить. Ребята, это Prop Hunt. Ну нам обещали добавить, ну ё-моё, уже месяц, да даже два месяца ждем, ребят. Алло, где Prop Hunt? Поэтому я его очень сильно жду, и, ребята, держим кулачки и будем надеяться то, что его добавят. Ребята, готовьтесь, потому что прямо сейчас, в эту секунду, вы увидите самое крутое обновление. Вы просто взгляните, ребят, просто взгляните. Это добавить новое оружие. Вы только посмотрите, какое оно крутое. Знаете, что это за оружие? Это что-то наподобие ауга, только, ну, не такое читерское, как аух. Но, ребят, это тоже очень крутое оружие. И если бы оно было в игре, я бы его использовал вместо АК, и вместо М-ки, и вместо Галила. Ребят, вдумайтесь, это знаете, это примерно Галил, только, ребят, с прицелом. Да, блин, это круто! И, возможно, даже больше. Это было бы самое крутое оружие в игре Black Strike. И прямо сейчас, это уже третье обновление, будет очень крутая идея. Поэтому, ребята, пожалуйста, поставьте лайк, чтобы эту идею реализовали в Black Strike. Вы просто, ребят, вдумайтесь, насколько это было бы круто. Черт возьми, добавить голосовой чат. Ребят, ну согласитесь, блин, это было бы бомбезно, потому что голосового чата явно не хватает. Можно было бы снимать троллинг над школьниками. Можно было бы снимать дуэли с микрофонами, и было бы слышно школьников, их писклявые голоса и тому подобное. Блин, ребята, это бы так разнообразило контент, и было бы гораздо веселее играть. Можно было бы с кем-то пообщаться по микрофону. Блин, ребята, это очень крутая идея. Поэтому, пожалуйста, поставьте лайк и напишите в комментариях, что вы думаете конкретно о этой идее. Вот прям напишите, что вы думаете по поводу голосового чата в Black Strike. И наша, ребята, последняя, но не менее крутая идея, это, ребята, обновить, или наконец-то добавить, или наконец-то переделать. Даже не знаю, как назвать, потому что эту функцию то добавляли, то убирали, то изменяли. Короче, ребят, я хочу, чтобы сделали нормальных друзей, чтобы была нормальная вкладка друзей. Чтобы был поиск по друзьям, чтобы можно было узнать, где они играют, чтобы было видно, сколько друзей в онлайне. Блин, ребят, ну это круто, согласитесь. Поэтому я считаю, что этой функции явно очень сильно не хватает. Потому что, ребят, я лично люблю играть с друзьями. И, ребята, в принципе, на этом все. Это была моя последняя идея. Поэтому, пожалуйста, ребята, кому не сложно, поставьте огромный, большой и жирный лайк. А также я, ребят, напоминаю, чтобы получить 1000 бейскоинов, вам необходимо написать комментарий, поставить лайк и подписаться. Ну и, в принципе, все. Ребята, все очень-очень просто. Ну что же... С вами, ребята, был ваш Кента ПК, это я. Всем удачи и всем-всем пока. Ребят, пишите ваши комментарии, самые крутые комментарии и самые крутые идеи я буду лайкать лично. Все, ребята, всем удачи и всем-всем пока.